Так, всем привет. Котельня уже здесь по второму разу все протянуто. Откос здесь надо подправить. Там уже подправил. Ту стену уже сделали. Здесь сетку даже не ложил. Так, все на урышку это сделается. Угол так сделал. Тоже там набросается чуть-чуть. Смотрите меня. Склея набросаю. Типа под вот эту шубу. Может, ну она, конечно, склеить не получится, так как хотелось бы. Но как-нибудь так сделаю. Не примитивно так. Вот. Там тоже сетку не ложил, так шубу тут закрыл. Кабель уже вывел под щиток для, скажите, для котла ионного. Вот. Уже все поубирал. Сейчас, через часик, может, уже начну приклеивать на пол плитку. Поехал, взял вот такую вот дешманскую. Вот такая вот плитка. Ну как дешманская? Не особо она дешманская, но на пол в котельню пойдет. Вот, видно? Да, видно. Вот это самое дешевое было. 450 гривен, мне ее за 400 отдали. Вот. И в планах сегодня проклеить. Может, и покажу, как клеил. Вот, проклеить ее сегодня. А сюда, на стенку, на сапожок, чтобы тут борт закрыть. Вот этот. У меня есть там светлая. Вот. И чисто на плитку так пройду. Может, на пол плитки. Посмотрим. Приложу, когда уже на пол поклеится, приложу, посмотрю, как оно смотрится. На пол плитки или на плитку. Вообще там сапожок должен быть. Скажите мне, сапожок должен быть 6 сантиметров, а там плитка у нас, по-моему, 23, если напополам, то по 11,5. Может также и поклею 11,5. Вот. Так что вот такая вот. Получится котельня, размер котельни 1,40 м в ширину, 3 метра в длину. Это внутри. Понаружи, естественно, шире и длиннее на 10 сантиметров. Потому что стены у нас здесь десятка газосиликат. Вот так вот.
Так, вот. Уже готово. Вот завтра бордюрчик вот обклею. Вот здесь проклею сапожок. Будет плитка такая посветлее. Вот, потому что это и так плиты хватило. Вон, видите, шов. Пришлось кусков лепить. Но здесь в углу может что-то поставить, это не будет видно. Как бы без разницы, что там с куска, не с куска, это котельня. Вот так вот. Конечно, здесь чуть слой был. Завивалась черная стяжка, там пошло по две гребенки. Вообще планировал, ну, по две гребенки выйти сюда, но там яма получилась у нас, ну, чуть так, как бы сюда по краю. И здесь чуть-чуть, как бы, вот так уровень есть, отсюда сюда. Я сюда чуть-чуть сделал уклончик, уже так слой начинал упашить, что просто капец. Ну, а так вроде бы неплохо плитка для котельни в самый раз. Так, ну и уже завтра поклеим, как я говорил, сапожок. И потом начнем, что оно просохнет. Какую-то типа декоративку, типа этой шубы набросаем, да и закрасим. Только еще цвет не знаю, какой будет. Вот, и можно будет уже котел устанавливать. Один, второй и запускать.